Так, еще раз всем доброй ночи, я извиняюсь, выбило интернет у меня, не знаю по каким причинам, вроде было все нормально, и тут резко как-то мой старенький роутер не справился с нагрузкой, видимо, поэтому не хватило потока. Так, мы с вами начинаем новую игру, это Горький 17, как вы видите на картинке у нас с вами, честно, не знаю, что за жанр, по-моему, вроде RPG, вот. Опять же, по заявкам от зрителей, решил, почему бы и нет. Давайте, наверное, игру запускать, не будем сиси мять. Надо уже так много чего упускаем в последнее время. Оп. Да, о, работает. Отлично. Так, это мы с вами все пропускаем. Давайте начнем смотреть с этого момента все. Да, вроде все нормально. Так, командир, может скажешь наконец, зачем мы здесь? Знаешь, на что уж я хлопец справы, так и то не каждый день дают такое задание, чтоб во мраке ночи без инструктажу и на авиабазу. Кто из вас двоих уже слышал что-нибудь о Горьком 17? Тот самый захолустный коротишко, который зачем-то распампили пару лет назад? Ага, это самое распространенное мнение, только городишко был не такой уж захолустный, в нем в основном проводились военные эксперименты. Несколько лет назад ребята из Минобороны разбомбили его к чертовой матери без объяснения причин. С тех пор он и объявлен запретной зоной. Ну и? Мы еще как раз в этой зоне и высадились? Догадлив, однако. Генерал Павлов, командующий нашей операцией, получил формальную просьбу из штаба НАТО. Полгода назад здесь исчезли три группы поляков. Официально туристы. С винтовками такие, туристы. Врут, конечно, но тут как раз ничего удивительного. Удивительно то, что янки заслали сюда свою собственную поисковую группу и на следующий день потеряли и ее. Да, забавно. Чего им здесь теряться-то, если город пустой? Логично. Это нам и предстоит выяснить. Приказ простой. Сначала отыскать пропавших членов группы НАТО, потом найти основную лабораторию и обеспечить ее сохранность до прибытия подкрепления. По моим данным, она еще работает. Задача ясна? Так, точно! Коврига, тебе все ясно? Да пока вопросов нема. Тарас Коврига к бою готов. И еще один момент, ребята. Я очень хочу завершить это мероприятие без каких-либо потерь. Пусть НАТО теряет хоть 10 групп, я не собираюсь набивать себе шишки. Не тому нас учили. Кстати, Павлов напоследок все-таки добавил, что мы не должны исключать и самого худшего. Да что значит самого худшего? В нас что, даже стрелять будут? Юмор, а, винокур. Нам уже смешно, Коврига. Я и правда не знаю, что такое самое худшее в понимании Павлова. Но он генерал бывалый и просто так пугать не станет. Так что смотри в оба. Так, смотри в оба, нам говорят. Куда нам топать-то? Ага. Эй. Нельзя нам туда. Николай Селиванов. Ух ты. Пресвятая Богородица! Что это, черт побери? А ты как думаешь? Видимо, первый из тех сюрпризов, о которых нам забыли рассказать на базе. Пустой город, огороженная зона. Пока не выясним, на что они способны действовать, будем чрезвычайно осторожны. Угу. Сфинкс. 40 хп у него. Он до нас не доходит. А что у нас тут есть? Голые руки. Пистолет. То есть... Стоп. Да погоди ты. А если я шаг сделаю? А, тогда можно будет стрелять. Нормально так. 11 урона ему.
А, больше мне ничего нельзя делать. Так. Окей. Сейчас бы завершил бы ход. Так. Надо немножко просто освоиться с управлением. Винтовку тоже. А, винтовку даже вот так можно стрелять. То есть можно даже... Нет, не попадаем. Всего-навсего. Какой кошмар. Стоп, 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 стоп. Куда ты пошел? Я же не хотел. Что-то они слабее всех. Так, завершить. Ход противника. Ага. Ответочки никакой не будет, да? Так тоже не попадаем. Что значит мне досягаемость? Стреляй давай. Повышенный уровень владения оружием. Прикольно. И это тоже повышен. Первая победка. Так. Тарас Коврига, блин. Сразу понятно, кто. Ребята, он такой. Пойдите-ка сюда. Посмотрите на это. Похоже на группу НАТО. Бывшую. Ага, да это ж Лайф Соренсен. Мы с ним как-то вместе в Узбекистане работали. Ну вот так вот. А это Джанкарло Тротти. Только ведь его теперь почти невозможно узнать. Лицо все перекосило, глаза выпучены. Странно. В свое время он был знаменит своими крепкими нервами. В прошлом году на Кавказе у нас пули свистели над ухом, а он в шашки играл в окопе. Да уж, теперь ему только в шашки играть. Коврика, еще пара слов, и я тебе морда напью. Чан был моим другом. Спокойно, спокойно. Ты что, шуток уже не понимаешь? А ну перестать, оба! Нет времени на такие глупости. Осмотрите-ка лучше трупы. Тут что-то не так. Бог ты мой! Да ты погляди на кожу, она вся зеленая. Это те не трупные пятна, это что-то другое. Интересно, что именно с ними случилось? Хороший вопрос. Если их так приложило, то нам точно надо смотреть в оба. У меня какое-то недоброе предчувствие. В группу НАТО входили 4 человека. Осталось теперь найти Джоан Макфаден и Джеймса Оуэнса. И неплохо бы найти их живыми. По-моему, живых тут не особо и любят. Ага. Смотри по сторонам, когда дальше пойдем. Возможно, и Джоан, и Джеймс прячутся где-то рядом. Они должны были знать, что мы их будем искать. Это ясно, командир. Только вот кто найдет нас здесь самих? Хм, да, это тоже интересный такой вопрос. Так, ну, ладно. Доска какая-то. Что, не будете поднимать, что ли? Ага, окей. Николай, по-моему, опять кто-то пришел по нашу душу. Их тут двое в этот раз. Надо бы сначала тылы зачистить, а то точно удар в спину получим. Да я просто потрясен! Блестящее стратегическое соображение! Господи, да я в какой-то детский сад попал! Да, ё-моё. Стоим так неудобно еще. Да, конечно.
Мышку фиксировать я, наверное, в окне не буду. Будем... Хорошо, что тут можно стрелочками передвигаться. Так, с тобой-то все ясно. Теперь ты. А, у нас ни защиты, ничего. То есть перевести режим защиты мы можем только в одном случае, да? Так, наверное, его и переведем. А этот тоже далеко. Сейчас на этого нападу, скорее всего. Нет, не достают. Нормально так, на 13 урона влетело. Этот у нас в любом случае урон получает, да? Даже если мы сюда убежим. Ну да, достает, зараза. Интересно, что же за существа такие? Так, у этого сфинкса 19 хп. Удачное попадание на 9 хп. Супер. Этот мешает, блин. Да, этот мешает, чтобы стрелять. Так, отлично, этого убили. Это мы тогда не попадем по нему. А, нет, можем попасть. Нормально, на 15 урона. Отступил, да? Ну давай, на семерку. Промазал, ё-моё. Это никак не попадет. Ну ладно, пусть в дефенсе будет. Отлично, победа. Юко Хати. Я так понимаю, что это Юко, это скорее всего Финн. Ну, Тарас, понятно, кто он. Не будем называть. И русский боец. Так, характеристики персонажа, амуниция. Мы, наверное, игру-то сохраним. Так, а вот длинная доска, подобрать. Все, отлично. Так, а что-нибудь у нас есть из амуниции? Спички, медикаменты, повязка. Не понял, а как использовать-то? Так, вернуться. Вот, ага. Ну, там записка какая-то. Первый уже здесь. Маленький деревянный ящик открыть. Ого. Бейсбольная бита, топор, огнемет, пластырь. Конечно, все забрать. Ой-ой-ой-ой-ой. Это еще что-то существо. Если хотим добраться до ворот, придется и этих уложить.
А они еще крупнее. Эх, Микола, ну и в передрягу мы с тобой попали. Так. У них 60 здоровья на 2... По 2 им, ага, 120, ё-моё. Стоп, 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 стоп. Есть граната какая-нибудь? Продукты, пластыри, патроны к пистолету, штык, нож, спички, винтовка. Ой, 8 урона всего-навсего-то. И бочки мешают, чтобы поэтому стрелять, зараза. Ну да, вот прям бочка мешает. Ладно, защиту отыграем. Да что ж ты будешь делать? Где винтовка? Так. Пролетает, ему надо на клетку ниже. Тогда мне здесь стоять не надо, надо сюда идти. Промах, ё-моё. Ну не без этого здесь. Ой-ой-ой-ой-ой. Кажется, я... Да, жесть. Урон получили много. Вот. О, удачное попадание. Пусть так, наверное, будет. То есть здесь еще помимо того, что мы можем делать... Ага, хорошо, что я отошел. 19 урон он вкомбасил. Ни хрена себе. Так, у тебя 31 хп, у тебя 20. У него хп уже не так много. Блин, его бы полечить, конечно. Тихо, тихо. Ой, сейчас нас двоих расстреляет. И спереди сейчас еще нас обстреляет. Неправильно поступили. У того этого 12, у этого 30. Давай, убей его. На 8 хп. Блин, а? Я даже не знаю, что делать-то. Вот так это все встать. И промах еще, ё-моё. Так, это вы убили, хорошо. Thank you.
Ого, контратака. Ништяк. Победка. Блин. ХП ни одного, ни второго нету. Прибор, доска, отпечатка пальцев. Ну, прикольно. Так получается мне тогда. Есть чья-нибудь рука? Нет ничьей руки. Два трупа. Смерть наступила в результате отравления ядовитым газом. Нет, никак. Окей. Так, сюда нельзя. Дверь какая-то. Изуродованная алюминиевая дверь. Открыть. Перчатки. Ага, перчатки не просто. Так, прорезиненные перчатки подобрать. Здесь больше ничего нет, да? Уходим тогда. Наверное, эти перчатки надо. Нет, передавать мне ничего не надо. Нет, не действует. А как же тогда? Прибор для сканирования отпечатков пальцев. Может быть тогда эти перчатки задействовать на этих? Нет, не хочет. Не хочет. Ну там лестница какая-то. Не стреляйте! Я свой! Спокойно! Стой на месте! Кто такой и что здесь делаешь? Я Грачев, ветеран армии. Остался в городе после того, как всех эвакуировали. А вы американцы? Что, прямо так и похожи? Мы из МЧС России. Подробности потом обсудим. Как тебе удалось здесь выжить? Честно говоря, я и сам не могу это объяснить. Все произошло так быстро. Мои друзья буквально на глазах превратились в монстров. Угу. Кстати, руки ты можешь опустить. Давай дальше. Эти твари, эти монстры, некоторых из них я знаю уже много лет, но это больше уже и не люди. Меня они не узнавали. Я спрятался в квартире, но они и там меня нашли. Я увидел в окно, как они пришли за мной. Но почти сразу же я услышал чьи-то крики, и эти твари исчезли. Я еще раз посмотрел в окно, и там было двое солдат, которые сражались... С кем? Трудно сказать. То ли они оба просто сошли с ума, то ли они дрались с каким-то невидимкой. Детали я уже и не вспомню, но они как будто рубили воздух, а затем вдруг побледнели, схватились за горло и стали жадно глотать воздух. Потом вдруг упали и больше уже не двигались. Вот так. А какая на них была форма? И сколько людей ты вообще видел? Форма? Почти такая же, как у вас. И их было только двое. По-моему, они появились из канализации. Я могу вас туда отвезти. Я очень хорошо знаю этот город. Ладно, только под ногами чур не мешаться. Но ты точно уверен, что их было только двое? Не было третьего мужчины, не было женщины. Для нас это очень важно. Нет, конечно, нет. За несколько дней эти двое солдат были первыми людьми, которых я встретил в городе.
Ну хорошо, пойдем тогда отсюда. Подождите, у меня есть для вас еще кое-что. Что именно? Записка. Записка, которую я нашел среди трупов. Я думал, может пригодится. Ты что, трупы обыскивал? Нет, только ведь без еды мне долго не протянуть. Так что я подумал, что, может, найду у них что-нибудь съестное. Или какое-нибудь оружие. Вот, пожалуйста, возьмите эту записку. Да, ничего не понимаю. Коврига, что там за записка? Попробуешь прочитать? Давай. Косов все знает. На этих людей ему наплевать. Но мне нет. Если б я мог передать эти диски наружу, то наверняка прекратил бы весь этот кошмар. Но Косов уничтожит их, если найдет раньше меня. Он пойдет на все, лишь бы сохранить свою тайну. Но я успел. Я спрятал диски. Один лежит в порту, другой рядом с памятником. И еще два прямо в центре города. Сегодня ночью я попробую снова забрать их и пронести в лабораторию. Но Косов что-то подозревает. У нас с ним сегодня встреча после обеда. Боюсь, она может стать для меня последней. Вот и все. Никакой подписи. И не люблю я анонимки. Значит, собираем 4 диска и дуем в лабораторию. А там нас так и ждут. С оркестром и при параде. Коврига, тебя просили прочитать, а не умничать на пустом месте. И в любом случае, мы должны найти эти диски, прежде чем попадем в лабораторию. Спасибо, Грачев. Записка оказалась весьма кстати. Ладно, все, не будем больше терять время. Те двое из группы НАТО могут быть еще живы. Ну, зашибись. Мама родная! Черт его дери! Сегодня и правда не мой день. Что-то мне это напоминает. Однако, Микола, помнишь ту засаду в Кашмире 2 года назад? Ага, только индусы выглядели посимпатичнее. И пахли они тоже приятнее. Кстати, держись подальше от этих бочек. Похоже, там бензин. Крюгер. Так. Ой, ё-моё. 2 сфинкса. И ещё здесь Гарсия. Офигеть. Чё они хотят, чтобы я их тут... Так, нет, никаких перчаток. Вау, штык ножом аж целых 5 урона. Двигаться этот может достаточно далеко, поэтому смысла мне тут двигаться нет. Куда? Я не тебя хотел, блин. Иди сюда. На место лучше вернись, все. Может лучше по этому стрельнуть, так хотя бы попадем по нему. Я кулаками нанес урона больше, нежели со штыка, блин. Что за... Да, караул. Сейчас нас тут вынесут, короче, вперед ногами. Так, это хотя бы не так далеко может идти. А вот этот самый болючий. 20 урона просто. Еще и уходит, да? У тебя ни оружия, ничего нету, блин. Давай, убей его. Есть.
убили. Ну, промах, я так и думал. Так, кто еще у нас не ходил? Застрелял. Куда я отошел? Ну, ладно. Так, 10 урон нанесли. Неплохо, неплохо. Давай, сколько урона нанесешь? 20. Отлично. О, уровень персонажа повышен. А у него достаточно неплохая меткость, однако все равно не попадает. Так. Перемещение, заход. Нельзя поднять. Ха, удача 25%. Меткость, наверное, единичечку. А, у нас 5 поинтов, тогда 2. Не знаю, что даст нам выдержка. Пусть так будет. Так, отлично. И здесь уровень персонажа у нас повышен. У этого меткость 90%. Да куда? Блин, я же не хотел нажимать туда. Пусть здесь тогда стоит. Нет боеприпасов. Ядрен батон боеприпасов. С пистолета я его буду долго чпонькать. А, зараза. Надо рокировочку сделать. Так, куда бы отойти? Сюда, наверное. А, что я сделал? Он же достанет до меня. Надо было вот на эту клеточку отойти. А, он все равно дошел бы. Ну да, все равно, конечно, неприятно. Этот сейчас будет стрелять. Обалдеть, 31 урона. Еще один пришел. Еще один пришел. Охренеть. Промах. Промах это очень плохо. А куда я стрелял? Ёк-махарёк, я просто выстрелил в никуда. Огонь, просто огонь. Отлично.
Давай ему семерку. Ладно, 4 урон тоже неплохо. Пусть он ударит его максимально больно. Ну, блин. Так. Два урона. Что такое два урона? Ничего ведь. И здесь тоже два урона. Сейчас он меня кого-то убьет, я чую. Ай, за столб спрятался. Так. Здесь придется дефенс. Здесь, наверное, тоже дефенс. Я думал, что-то произойдет, блин, поэтому и сделал так. Но раз ничего не происходит, то... Пропускаем тогда все. Последний выстрел остался из винтовки-то. Так, все, у меня вроде все отходили. Но это с ножа, когда он атакует, это лучше всего для меня. Потому что вот если он стреляет, то это очень больно. Вот у него 29 хп. Да, убей его. Есть. С винтовки патроны кончились. Решил пострелять. Пострелять это плохо. Ой, 18 хп осталось. Так, на 14 урона мы ему залепили.
Ладно, мы его вчетвером, в принципе, сейчас сгреем. Сейчас, извиняюсь. Давай, убей его. Yes. Селиванов сколько убил, блин. Две Гарси, один Крюгер, один Сфинкс. Больше всех опыта заработал. Они смотрят. Они постоянно смотрят за нами. Даже не сохранялся, если что. Ой-ой-ой-ой-ой, что это? Мутанты какие-то, офигеть. Господи! Что это за странный каприз природы? Что же здесь случилось? Над этим пусть думают другие. Прикончим этих и идем дальше. Первым делом берем крупного. Да, что ни поворот, то новый вид. Не спускайте с него глаз ни на секунду. Что-то мне подсказывает, что мы с ним еще повозимся. Сохраниться я не могу здесь, да? Я еще и промахнулся. Фу, что я сделал? Блин, 200 хп у него. Офигеть. Чем мне стрелять, вообще непонятно. У всех пистолеты остались. Сейчас я чувствую, нас взгреют и все. Плюс 10 хп у него за каждый их укус. Плюс 2 хп. Ну ладно. Нам тут же опень. Нам тут полная задница, мы ничего не сделаем. Ядрён батон, ты чего? О, у тебя 8 хп. Все, все ходы сделали. Все, сейчас как ударит.
Минус один. Доигрались. Понятно, мы здесь ничего не сделаем. Сохранился я тут. Ладно, надо, наверное, заканчивать. Завтра вряд ли, наверное, продолжим. Теперь даже не знаю, когда время будет. Вот. Я бы хотел поблагодарить вас всех, кто сегодня смотрел мою трансляцию. Игрушка достаточно интересная. Спасибо, Ивуль, за совет. Но надо будет к ней привыкнуть, поднастроить именно захват, чтобы можно было играть комфортно. И все будет хорошо. Вот. А так, спасибо всем большое за то, что смотрели меня. Если вам понравилась трансляция, непосредственно оставляйте комментарии, подписывайтесь на трансляцию, добавляйтесь в группу ВКонтакте, там будут анонсы трансляций. Вот. Ну, а я, наверное, на сегодня закончу. Вот. И мы бы поиграли, наверное, подольше бы с вами, если вот не вот этот разрыв в интернете, да? Несколько печально это получилось. Вот. Поэтому я не очень сильно хочу рисковать. Вот. Так что всем спокойной ночи. И увидимся, я думаю, очень-очень скоро. Пока-пока.